Вот так вот водоем Черемисский, где было всегда много народу и много рыбы. Заехал. Один местный пошел. За 3 дня ни одной рыбки не видел. Плотину прорвало. Все. Пеньки обнажились, а вода стояла. Это значит больше 2 метров. Погибло всего. Ракушки. Хоть бы жилка какая-нибудь кварцевая попала. Так нет ведь. Кормил лунку одну. Подожду.